Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему Черной Мезы. Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра Черная Меза. Точное время 8:47 утра. Температура на поверхности 34 градуса. С ожидаемым повышением до 41. В комплексе Черной Мезы постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам Черной Мезы для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе Черной Мезы, курение и прием пищи в пределах транспортной системы Черной Мезы запрещены. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. А полуфиналы для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь.
есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной меды. В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной меды. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной меди построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меза». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери. И подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему «Черной Мезы». Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная Меза». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса. С ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черные Мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной Мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной Мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной Мезы» запрещены.
пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. О полуфиналах для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь. У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной меды? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной меды. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной меди построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меда». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро и добро пожаловать в транспортную систему «Черной Мезы».
Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная Меза». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса. С ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черной Мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной Мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной Мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной Мезы» запрещены. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. О полуфиналах для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь.
У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной мезы? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной мезы. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной мезе построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меза». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему «Черной мезы». Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная меза». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса с ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черной мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной мезы» запрещены.
Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. А полуфиналы для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь. У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной меды? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной меды. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной меди построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меда». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро.
и добро пожаловать в транспортную систему «Черной Меты». Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная Меза». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса. С ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черной Мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной Мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной Мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной Мезы» запрещены. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. А полуфиналы для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь.
вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной меды? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной меды. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной меди построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меда». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему «Черной меды». Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная меда». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса с ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черные мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной меды» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной мезы» запрещены.
Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. О полуфиналах для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь. У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной мезы? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной мезы. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной мезе построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меза». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему «Черной мезы».
Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная Меза». Точное время 8:47 утра. Температура на поверхности 34 градуса с ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черной Мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной Мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной Мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной Мезы» запрещены. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. А полуфиналы для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь. У вас есть.
есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной мезы? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной мезы. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной мезе построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меза». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Доброе утро. И добро пожаловать в транспортную систему «Черной мезы». Этот автоматизированный поезд предназначен для безопасного и удобного перемещения сотрудников исследовательского центра «Черная меза». Точное время – 8:47 утра. Температура на поверхности – 34 градуса с ожидаемым повышением до 41. В комплексе «Черной мезы» постоянно поддерживается комфортная температура 20 градусов по Цельсию. Этот поезд следует из общежитий уровня 3 к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Если пункт вашего назначения – зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам нужно будет вернуться к центральному транспортному узлу в зоне 9 и сесть на соответствующий поезд. Если вы еще не подтвердили личность в системе допуска по сетчатке глаза, вы должны обратиться к сотрудникам «Черной мезы» для сбора данных, прежде чем сможете пользоваться веткой повышенной безопасности. Из-за высокой токсичности материалов, повсеместно находящихся в комплексе «Черной мезы», курение и прием пищи в пределах транспортной системы «Черной мезы» запрещены.
пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время движения. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки состава на станционной платформе. В случае аварии пассажирам надлежит оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. Если поезд необходимо покинуть, в первую очередь эвакуируются сотрудники-инвалиды. Пожалуйста, держитесь подальше от рельс под напряжением и следуйте к травмпункту до прибытия помощи. Напоминание. Курсы десятиборья по экстремальному выживанию начинаются вечером в 19 часов на уровне 3. А полуфиналы для сотрудников с высоким уровнем допуска сообщат отдельно по защищенному каналу. Помните, от вашей физподготовки может зависеть не только ваша жизнь. Есть друг или родственник, который мог бы стать ценным приобретением для черной мезы? В настоящее время открыты вакансии в зонах обработки материалов и низкого уровня допуска. За подробностями обращайтесь к сотрудникам черной мезы. Если у вас есть знакомый с опытом работы в сфере теоретической физики, биотехнологий или иной высокотехнологичной отрасли, свяжитесь с нашим отделом кадров по набору гражданских лиц. В черной мезе построить карьеру может каждый. Напоминание всем сотрудникам. Регулярные проверки уровня радиации и биологической опасности – обязательное условие работы в исследовательском центре «Черная меза». Пропуск запланированных анализов мочи и проверок уровня облучения – основание для немедленного увольнения. Если вы подверглись воздействию радиоактивных или иных опасных материалов, немедленно свяжитесь с сотрудником, ответственным за радиационную безопасность. Будьте бдительны, будьте благоразумны. На кону ваше будущее. Поезд прибывает к испытательным лабораториям и центру управления сектора С. Пожалуйста, отойдите от автоматизированной двери и подождите, пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность. Прежде чем покинуть поезд, убедитесь, что вы не забыли свои вещи. Спасибо. Желаем вам безопасного и продуктивного дня. Утречко, Фриман. Вы сегодня поздно.